Нашли управу на ванамингов на этих? Отлично. Туда-сюда бегать. Местечко вот когда хорошее попадается, прям вообще кайф. Он его завалил. А где написано, что он умер-то? Зараза, обманщик. Блин, охренеть. А чё бой-то прекратился? Офигеть. Хрена себе, у этого полные штаны. Блин, нифига, он просто взял, встал. Если Вер займет НКР, рейдинг окажется под пятой и очень тяжелой. Они почти не оставляют человеку личной свободы. Рейдинг превратится просто в очередную кляксу на карте новой Калифорнийской республики. Тот рейдинг, который я знаю, канет в прошлое. Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Fallout 2 часть. Вот, и в прошлой серии мы получили люлей от матки этих, как их там, ванамингов. Вот, и я сделал музыку почти тихо, возможно, даже придется вообще выключить, потому что мне прилетают авторские права от каких-то ослов, блин, которые агрятся тупо на 2 секунды, там, какой-то гитары, видать, какой-то дебил, блин, со своими песнями, никому не нужными, там, что-то, короче, не знаю, блин, очень похоже, видимо, как здесь играют, поэтому, наверное, звук весь вырежу. Я, конечно, апелляцию подал, но чувствую, что там тухляк, потому что мне там подсказали, мол, типа, YouTube не занимается этими правами, вот, и так что, я думаю, там дело дрянь, проще все нахрен вырезать и не париться. Поэтому, наверное, так. Да ты задрал, посмотри, толстый, вот ноет и ноет, это просто ужас. Вот, поэтому я побаиваюсь, что мне там что-нибудь там где-нибудь, что-нибудь куда-нибудь прилетит, вот, на полном серьезе. Поэтому я думаю, что проще либо вообще музыку отключить и так фигачить, либо этот самое, потише сделать, возможно, не будет загреваться на музыку, потому что она достаточно громко. Так, да, вот видите она? Так, сейчас я подождите, погромче сделаю, вот так. Она достаточно громко, поэтому пёс его знает. Интересно, а нам сейчас... Ой, так это спуск, ёкарный бабай. Так, ну, кстати говоря, наверное, можно здесь повоевать, потому что ванаминго, они у нас где-то там в жопе мира. Поэтому, наверное, можно так-то потусить тут, да? С этими, с кротокрысами-то, я думаю, нормально. В целом. Вику бы еще броню бы купить, вот было бы вообще кайф. Так, ну давай. Ну, началось. Началось. Конечно же, конечно. Во. Исправляться потихонечку. Серия такая. Так, есть. Главное, наша тактика. С ванаминго тут реально надо уже винтовки. Без винтовок, мне кажется, с ванаминго тут вообще тухляк полный, поэтому... Так. Блин, вот и слы. Отойди. Так, лучше, босс. Да-да-да. Так, здесь мы... А, вот здесь вот как раз ванаминго мы завалили, да? Вот, и... Это, я так понимаю, влево туда, да. Угу. Чёртовы ванаминги. Естественно, тут он есть. У нас вот в этой части матка, это, да, их. Да, вот она. Так. Ой, ты зараза. Ну, кстати, один. Возможно, и справимся с одним. Вот так потихонечку. Просто их там больно уж много было. Да и матка эта чертова. А так бы по одному, так, в принципе-то, очень просто с ними. Ой, по-моему, он не один, да, он не один. Ну, хотя бы двое, пес с ним. Четыре. Да, у них, конечно, очков здоровья, мама не горюй. О, хорош. Так, давай попробуем бегать от них. Ой, вот так вот неплохо. Вот когда нас не бьют. Ой-ой, там кто-то еще ходит.
Там кто-то еще ходит, по-моему. Вот наискосок сейчас, вот тут хорошее местечко. Сейчас надо бегать вот тут. О, я понял. По-моему, все, с местечком, с хорошим завязываем. Сколько? 9. 4.26. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что у тебя? А, несколько, конечно, ну, отлично. По сути, 2 у нас осталось. Этого мы из строя вывели, да? То есть он бить не может сейчас. Да. Так, сейчас самое главное, это как-то бы правильно бегать, чтобы они нас не трогали. Чтобы им не хватало этой... Очков действия на удар. Вот типа так вот, кстати говоря. Так, тут, я думаю, нас, получается, закоцают, да? Поэтому давай так. Давай-ка, наверное, вот сюда. Нам надо вот как-то вверх встать, чтобы они были снизу нас. Вот так вот, наверное. И чтобы можно было легко их обойти. Потому что если они справа от нас встанут, то хреново. О, эх ты, зараза. Так, 9, 10. Вот здесь он нас заденет, получается. Вот ты, падла какая, так не могу. Так, ну ладно, давай попробуем. 9, 10. Вот здесь он нас этот точно ударит. Вот так вот давай хотя бы. Вот так не заденет. Раза. Так, ну, тут уже без вариантов. Сейчас им будет очень неудобно оббегать, поэтому можно этим воспользоваться. Во. Так, кстати говоря, этот почему-то не сходил. А, наверное, потому что этот закрыл проход, да, к нам. Тогда у нас есть шанс свалить вот сюда. Ладно, там еще кого-нибудь не загреть. Это я побоюсь. Так, вот здесь опять хорошо у нас, да, 10, прекрасно. Вот сейчас не ударят. Ну, просто чудесно, чудесно, чудесно. Так, теперь нам надо как-то... 10 он у нас, получается, обойдет. Нам надо как-то, чтобы они встали... Ну, давай вот так. Спутники, пипец, решают, да? Мы бегаем. Вот ванаминго эти, пипец. Вот, без этих, без спутников вообще бы кранты было бы. Так, ну очень похоже, что они могут ударить нас. Но если вот сюда встанем, то вроде как нет. Интересно, хватит? Да, отлично. Ха-ха. Уже видишь примерно, где они могут тебя ударить, где нет. Тут тоже вроде нормально. Блин, это только одного валим, представляете? С ума сойти. Так, сюда я точно не пойду, потому что здесь 100% будет какая-то задница. С этими, с ванамингами. Так, нам надо теперь как-то... 10, 10. 10. Ага, нам как можно дальше получается? Вот сюда вот. То есть вот так вот. Вот таким треугольником бегать, чтобы они сейчас будут сверху, мы влево, они потом слева снизу, ой, справа снизу, мы вправо. Да, вообще. Плохо, вот этот только вперед забегает. Вот так вот, да? Получается. Ну давай там, вали уже его. Во, все, наконец-то. Так, так, десяточка, десяточка. Вот туда-сюда. Блин, вот 10 очков действия вообще решают, конечно, просто пипец. Что бы без них делал уже вы? Так, сейчас очень важно найти местечко такое. Вот где бы вот так вот можно было бы бегать.
Нормально, сейчас хотя бы... Просто превосходно. Если сейчас опять сюда можно будет встать на десятку. Ну, вообще кайф. По идее, не должны сейчас достать. Сейчас еще с уликом будут мешать. Отлично. Так. При смерти и... Ранен. Так, превосходно, превосходно. Так, десятка. Десятка, десятка. Так, я думаю, что нас покоцают. Поэтому нам надо как-то вот... Как-то вот сюда бы. Давай. Очень похоже, что здесь хорошее местечко. Особенно вот это точно не добежит. Да. Из-за сулика. Прям красота. Так. Ну-ка, давай. Хорош. Так, бежим обратно к сулику, получается. Хорош. Офигенно, офигенно, офигенно. Тактика, пацаны, тактика. Просто обалдеть. Просто стратегия. Тактика, стратегия. Давай сюда. Ну, не так страшно все, да? Так, получается... Б-б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 
Сгоняем. Ух, он прям вообще не достает даже, серьезно так. Сулик, тупица. Начинается. Не, короче, нам надо, вот, похоже, куда-то вниз бежать, чтобы Сулик нормально дрался, иначе пипец. Жесть. Офигеть! 1500 сюда! Так, что это такое? Вик получает новое качество за победу над врагами. Отлично! Вы повысили уровень. О, у меня на самом деле начинает получаться. Я даже говорил, что не подведу тебя, босс. Отлично, отлично, отлично. Вик у нас поднял уровень. Прекрасно. Так, так. У нас получается 11 на следующий левел будем брать, да? Так, у нас критический уровень доп. Очков, их нам надо потратить, чтобы они в минус не ушли. Предлагаю, наверное, в энергооружие потихонечку вкачивать, потом все равно мы его будем брать основным навыком, вторым, вот, чтобы прокачивалось. Поэтому, наверное, вот так вот возьмем двадцатку, 18.98, вот давай вот с запасом вот так вот возьмем, вот так. Вот, мне там подсказали, что потом, если двойной взять, то он будет, ну, короче, этот... прокачают, поэтому вот так вот пока. Еще книжка, по-моему, есть какая-то на 10%. Вот, но ее, наверное, потом уже читать, когда уже все прокачано. Сейчас нет смысла. Ладно, пойдет. Давайте вот так, наверное, оставим. Потому что 18 будет 88 на следующий уровень. Прекрасно. Ну что, обалденно. С ванаминками, в принципе, можно иметь дело, да? Вот, если вот так вот мансить. Вот территория здесь очень хорошая попалась. Вот, и не такие уж они и страшные, как оказалось. Один. Она сейчас стяпнет. Ну, один вообще не беда. Один вообще не беда. Два. Ну, два ласа, в принципе, тоже пойдет. Так, вот это вот очень плохо, потому что они сейчас будут друг за другом. А вот так вот, наверное, кольцом, если только бегать. Но я думаю, что Сулик просто не успеет за ними.
Так, на нас, а второй? А второй тоже на нас, да? Блин, так. Блин, я не хочу урона получать. Я не хочу этот банан. Давайте попробуем кольцом оббежать. Ну-ка, Викта, что там? Викта может тоже теперь неплохо сандалит. Так, нам надо как-то здесь их мансить. Чтоб они в кучку столпились, блин. Иначе пипец. Блин, скорее всего, сейчас тяпнет нас, но мы сохранились, потом пойдет. Во. Вот, нормально. Сейчас... Пацанам просто идем. Слушайте, а Вик-то что-то неплох стал. Сандалит что-то прям вообще. Сандалит, мама, не горюй, да? Ну-ка. Вообще красота. Промахнулся, правда, но не в нас, и на том спасибо. Ох, это крит демо, 12. Вот, зараза. Вот это вот очень плохо, потому что нам придется теперь сваливать куда-то. Блин, неудачно. Второй догонит? Блин. Вот опять. Так, он его подогнал. Так, что, он убил его? Нет, не убил еще. Тяжело ранен. Так, 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 так. Но в теории мы можем вот сюда прибежать. И вроде как, да, вроде как нормально. Вик сейчас перегородит. Отлично. Ну, просто превосходно. Тактика, черт возьми, тактика. Вот я и хочу играть через этих вот маньяков. Если так, можно всех агрить. Единственное, только вот это вот все работа до случая, когда у нас пойдут стрелки, да. То есть со стрелками эта фигня уже не прокатит. Вот, потому что они просто будут стоять и стрелять по нам. И бегать мы уже не сможем. Поэтому как бы это работа от постольку поскольку. Но тем не менее, по крайней мере, хотя бы пока... Пока есть такая возможность, можно, надо пользоваться. Да ты не промахивайся, пожалуйста, умоляю тебя, спасибо тебе большое. Вон, учись у Вика, осел. Пипец. Наконец-то. Притянул 32. Просто сюда. Вот такие шальные криты, когда они не против меня, мне нравится. Мне нравится. Да ты... Нашли управу на ванамингов на этих? Отлично. Туда-сюда бегать. Местечко вот когда хорошее попадается, прям вообще кайф. О! Не, Вик тут вообще, короче, просто... После левелапа, да, своего, прям вообще... Кошмарит прям не по-детски. Смотри, у него меткость вообще пипец выросла. Такое ощущение, как будто у них у этого уровень такой, знаете, как штук 5 сразу хапнул уровней. А не один. Просто обалдеть. Сколько? 15 сюда. Во, вот это вот уже кайф. Вот это кайф. Вик сандалит, просто мама не горюй. Так, нам надо, получается, немножко... Да, нам надо теперь, получается... Так, 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 так. Главное, чтобы он нас сейчас не тяпнул. Нам надо где-то примерно на 6 вот так вот где-то подойти. Потому что еще нового никого не загреть. Тогда он подойдет вплотную. Да, вот так, нормально. Вот так пойдет. Самое классное это наискосок бегать. Мы очень далеко бегаем, а этот остолоп нет. Так, что-то у Вика там закончилось. Пистолет остался. Патрики все и стрелял. Вот психопат.
Блин, ну тут он нас, наверное, хряпнет. Если только вниз, вот тут не хряпнет. Хряпнет, ладно. На тебе. Вот напоследок-то надо было, а? Вот, блин. О, офигеть. 1000 опыта. Блин, за этих ванамингов по 500 за каждого дают. Просто обалдеть. Это, конечно, долго, но я согласен. За 1000 опыта это, конечно, вообще пипец. Заодно, может, сразу исправимся. По сути, если вот так вот выманивать потихоньку, то не такая большая и проблема с этими ванамингами. По одному, по два тут просто превосходно. Так, что у нас тут? Ага, вот тут еще люк. Подожди, еще что-то тут есть. Вот здесь что-то показывает. Тоже люк, что ли? А, реально, смотри, пипец. Ладно, пока вниз не полезем. Возможно, там шахта. Меня вот это вот интересует. Еще и взялось все. Ну, просто кайф. Так, у нас одна книга есть, да? Так. Ну, давайте, наверное, ее сразу изучим. Хотя, да, наверное, сразу давайте изучим. Фиг с ним. 15. Так. Да что ты. Давай-ка, наверное, попробуем подхилиться. Если нормально будет. Так, то... Так, где мы там? Где мы-то? О. Раза. Блин, только время тратим. Хрень такая. Я не согласен. 1 хп восстановили. Блин, пипец. Опыт этого не стоит. Вот 100%. Так, ладно. Давайте тогда дальше. О, кстати, на Вику отдать этого, да? Вот так вот сделаем. Так, где там толстый? Иди сюда. Давай, давай, иди. Сейчас мы Патрике еще отдадим. С дробовичком. Так, 20 штучек, хотя бы хоть что-то. И... О, блин, для него пистолет... А, нет, он у него есть... Смотрите, но он все равно 10-миллиметровый берет, гад. Я не знаю. Может... Подожди, я не нажал, да, вроде? Да. Сейчас я, конечно, попробую, но, по идее, он должен дробовик сейчас схватить. Да, дробовик. Ладно, пойдет. Навык ремонт у него, кстати говоря. Но нам пока нечего ремонтировать. А, да, здесь спутники, по-моему, у каждого навык, да. И когда ты что-то там пытаешься, ну, сделать этим навыком, да, если у союзника больше он... Это не с ванамингами? Не с маткой, вернее? Вроде нет. Если он больше, то он предложит, мол, типа, давай я. Вот это прикольно. Так, это у нас куда вообще? Лифт шахты. А можно как-то его использовать? Фига. Так, ну давай сюда зайдем. В этой части, по крайней мере, с ванамингами разобрались. В любом случае, мне кажется, шахты не будут считаться зачищенными, если мы не завалим, пока не завалим матку у них, да? Вот, соответственно, можно тут спокойно чистить. Вот это кайф. Так, иди сюда. Вот я думаю, дробовичок-то бы зашел прям вообще кайф. Так, там 2 патрона, блин, там нормально. Так, и у нас, получается, книжку обязательно изучим сейчас. И у нас он стал... Так, и он у нас стал... 27! Фу, вот теперь можно похилиться. Тем более еще с этой, с аптечкой. Я думаю, что сейчас, вот сейчас... Должно быть нормально. Очень на это надеюсь. Вот смотрите, красота. 4 здоровья сюда. Ну просто превосходно. 4 здоровья сюда. Вычерпали пара ресурс. Окей. А здесь интересно, как-то она портится. Небольшой набор медицинской обороны, бинты. Здесь какое-то, ну как сказать, определенное количество этих вот... Раз можно ее использовать, или здесь какой-то рандомный шанс, что типа при использовании там есть шанс, например, там 10%, что она пропадет, что-нибудь типа такого. Интересно даже. Так, 30 патриков. Маловат, конечно, но
На Ваноминго мановато. Мановато. Маловато это только для Ваноминго, блин. Так, погнали. Для... А, погнали. А жирный толкнет? Не, не толкнул. Вот они любят, а. Так. Вот там они точно есть, я более чем уверен. Более чем уверен, вот эти крысы. Вот он. Да иди ты в жопу. Сколько? 6. Зараза. У него восприятие, наверное, 15, блин, я не знаю, как это объяснить. Так, здесь нам надо где-то вот сюда вот. Вот так. Очень похож на хищника, да? На чужого, вернее. На кого хищника это баллон? На чужого похож. Так, давай сюда. Вот Вик сейчас просто фигарит безостановочно, да, по шестерке. Я не могу сюда встать или что? А, во. Вот, то есть медленно, наверное, он его валит. И вот в таком плане, наверное, Сулику-то тоже было бы неплохо. Автомат какой-то дать или пистолет, да? В этом-то плане. Слушайте, а у нас патронов много? Сейчас я загружусь, скорее всего. Так, у нас, по-моему, у Вика до хрена... Слушайте, а давайте попробуем. Сулику тут задрал вот с этим Ваноминго. Бегать больно уж. Так, 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 так. Может быть, это побыстрее будет. У него, по-моему, да, целая гора. 200 патронов, с ума сойти. А, подожди, сколько это всего? 9. Давай сюда. Так, сейчас попробуем ему убрать оружие ближнего боя. И что тебе надо? Так, 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 так. Да, пожалуйста, дружба, звучит неплохо. И сейчас надо все холодное у него забрать. Так, так, по идее не должен это использовать. Так, и он у нас есть этот, да? Давай хотя бы Desert Eagle ему у нас там немножко есть. Ну, патронов в любом случае мы сейчас закинем. Вот этого надо было, наверное, перекинуть. Но патроны у Вика у нас. Ну, хотя, чё ему, давайте дадим. Да не, давай сначала попробуем, блин, пипец. Давай сначала так попробуем. Сейчас он, по идее, должен Desert Eagle взять. Ага, он Desert Eagle не использует, окей. И, кстати, 10-миллиметровый тоже не использует. Так. Так. Да, пожалуйста, сражение. Дружи. Да-да-да. Какие мы виды пускаем оружия? В ход кулаки, копье, большой молот и автомат. Мы будем полезны. Только ПП, значит, только ПП. Это хреново. Кулаки, копье, большой молот или автомат. Ну, нож так он берет, крыса. Блин, зараза. Так, ну, блин, дробовик. Давай винтовку попробуем еще. А какой у него? А, у него вообще 0.338, по-моему, да? У нас даже патронов нет. Так, ну давай вот это. Давай все попробуем. Хотя бы посмотрим, он берет или нет. Потому что с ножом тоже не написано, что нож он может взять. Но он, черт возьми, берет его. За серия такая. Давай попробуем. Да, вот 14 миллиметров он берет пистолет. Так, ладно. Давай тогда сейчас у Вика заберем. Видите, здесь не все написано. Он берет автомат. А оказывается, этот нормально носит. Блин, тут хрен просышно. Все пробовать, блин. Так, ну ладно, давай тогда сейчас забираем патроны. Так, где они там? Так, давай сюда. Сейчас посмотрим. Может быть, он с пистолета неплохо будет тоже шмалять. И чё тебе надо? И чё тебе надо? Так, винтовку, получается, забираем. Нож тоже, да? Да, вот так. Кстати, у меня, по идее, тут патроны есть, да? Да, есть. То есть он целенаправленно не использует. Тогда ладно. Давай так. Ну, давай попробуем. Сейчас мы просто будем точно так же бегать, но теперь эта зараза должна стрелять. Так, нам надо ее увидеть, чтобы он нас не тяпнул. Ага, хорош. Так, он, по идее, первый ходит, давай. Ага, я понял.
Ну и... А, нет, нормально, вплотную подошел. 17! Если это так будет работать, это будет вообще огонь. Фига, 17 снес. Так, нам туда вообще дороги нет, окей. Давай, Вик. А, я понял. Я все понял. Так, этот бестолочь что-то не хочет стрелять. Еще хуже. С ножом он... С ножом он хоть что-то делал. С ножом он хоть немножечко бил. Тупица. Вот тут где-то проход, короче, есть, но это просто кошмар. Блин, вот это жесть. Ну, Виктор же стреляет. Ты че это-то не может, блин, осел. Может быть, у него реально, типа, не свое оружие, так он не тот самый. Не юзает его. Так, давай попробуем на открытую дистанцию. Может, он из-за здания не видит. Не видит, не видит его. Ой-ой. 36. С ума сойти. Он его завалил. А где написано, что он умер-то? Зараза, обманщик. Блин, охренеть. А чё бой-то прекратился? Офигеть. Хрена себе, у этого полные штаны. Блин, нифига, он просто взял, встал. А чё бой-то прекратился? Блин, обалдеть, я думал, сейчас добивать будем. Во, вот так нормально. Смотрите, вот фига, 12-13. То есть, получается, он из этого дурацкого камня не мог попасть, получается, по нему. Офигеть. Не, ну это, конечно, вообще несправедливо. Блин, сорян, что я заорал, но я вообще что-то не ожидал такой лабуды. Просто с ума сойти. Так, ну 2 хп нам в любом случае нечего терять. Ну-ка давай иди сюда. Это дробилка. Какие-то оборудование можем. Видимо потом, о, видимо потом тут чинить можно будет все, да? Так, у нас мы отсюда пришли. Угу, тут у нас ничего нет, да? Так, у нас тут несколько спусков еще есть. Вот здесь вот не осмотрено немного, давайте глянем. А, ну не осмотрено, потому что не пролезть, да? Так, там мы были. Ну давай полезли тогда в этот. Посмотрим, что там. Блин, офигеть! Он, конечно, урона просто космический наносит, но этот, что-то как-то тупит немножечко. Вик стоит просто шмаляет, ему вообще насрать, а этот что-то как-то странно. Может быть, с ним надо поговорить, типа... А, ну у нас там было, не было только холодного, а так, да. То есть, ничего не сделать. Так, один, 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 один. Это, я так понимаю, та самая, да, с этой. Но... Сохранились мы, давайте посмотрим, еще тут кто-то есть. А я могу выйти? О-о-о, я не могу выйти. Это прикол. Блин, 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 блин. Охилиться надо. Ну, началось. Три. Так, и 29, вы умираете. Я понял. Просто обалдеть. Просто обалдеть. Вот самое дерьмовое, что вот, короче, здесь мы спускаться не будем. Здесь мы спускаться не будем. Там вообще несправедливо. Тебя просто зажимать, ничего не сделать, блин, обалдеть. Ну-ка, здесь все получше. О, здесь вроде норм. Так, это, получается, выход куда-то наружу, да? Или... Ага, это этот. Окей, ладно. Они тут рядом. Да, вот эта матка этой чертова ванаминговская. Так, вот тут крысу эту, тут вот можно поймать. Ага, вон она. Двое их тут. О, если одного загрим сейчас, вообще кайф будет. Ну-ка. Нет.
Бегут, бегут, заразу. Э-э-э. 12, просто обалдеть. Ой, зачем нажал-то? Вот он, он сейчас стукнет. Ну, надежда, конечно, есть, что он промахнется, но чувствую, что уповать на это не стоит. Ладно, тут нам надо либо с ХП с полным идти, либо этот самый, попозже сюда. Попробовать-то, конечно, можно еще, но чувствую, что тут тухляк дело. Ладно, у нас еще там наверху дохренище дел, поэтому поперли. Нам надо лаз где-то найти. Кстати говоря, тут тоже вот есть. Давай посмотрим, что тут. Куда здесь? Ну, здесь сюда же, да? Ага, вот он один. Вот. Вот не он ходит, да? Ну-ка. 11. 11. Ой. Так это неплохо. Сейчас мы, возможно, сможем убежать куда-нибудь вот сюда вот. Нам дадут. Ну-ка. Во, во, слушай, с пистолетом прям вообще кайф. Ага, я все понял. Отстрелял свое, походу. Походу, мужик отстрелял свое, я понял. Так, там еще сверху бежит. Тогда чешем сюда и просто сваливаем. Может быть, добьешь? Нет, вряд ли. А ванаминга тупые, не могут. Ладно, пойдет. Пошли наверх тогда обратно. Так, где-то... Где-то... Вон она, вот здесь. Ну, по-моему, это... Где-то там в жопе мира вылезем, да? А вот, вот тут вот вроде. У колодца или... А, здесь это могила, а там колодец, все нормально. Фу, блин, пипец. С ванаминга, конечно, прикольно, но... Черт возьми... крепенькие они уж пока, больно крепенькие для нас. Так, ладно, у нас тут еще целая гора всякого. Всякого. Сейчас еще посмотрим. Так, ну поперли. Салун опять какой-то. Last Gasp. Что-то нелюдно здесь у тебя, мужик. Наверное, пиво разбавляешь. Здорово. Привет, дружок, меня зовут Джош Лоранс, я владелец этого заведения. Так, меня вот это интересует, владелец заведения. Карманный мусор, зачем он его продает? Да, мне подсказали, что можно вот эти... А, смотри-ка, себестоимость-то уже ни хрена. А можно обмануть? Так это же... А что за фигня? Почему два? А, смотрите. Так, а можно... Здесь какая-то все-таки валюта есть у них, смотрите. Она одна не стоит $1, да? То есть она стоит чуть-чуть больше, но округление может быть только до одного. О, нифига себе. Ну, это, конечно, читерство. Но можно вот так вот делать. Два, а вот третий, наверное, тоже, да? Вот, да. И покупать по два. Только, наверное, это не получится так сделать-то, кстати говоря. Вернее, получится. А, ну за монетки, если только. Так, давайте глянем, что у него еще там есть. О, патроны, патроны нам нужны. Так, мы сейчас просто за монеты все купим и все. А подожди, мы-то и так можем делать. А, получается, две монетки. Предложить. О, и стоимость вообще пипец. Ничего не меняется. То есть 2 за 2. Вот, мне и подсказали, что может они вырастут в цене, типа такого, да, после этих шахт. Вот, но другой человек сказал, что нет, ни хрена, не стоимость. И вот я подумал, что действительно дешевле. Хотя я проиграю, если они станут дешевле. Вот, но
по логике, они, типа, инфляция должна у них подскочить, а так как торгует, всегда покупает, нужно ему это или нет, с этим можно воспользоваться. То есть, например, если мы откроем свою шахту, да, получается, ценность этих, ну, они не будут никому не нужны, вот эти, да, и стоимость у них, по идее, должна упасть. Или наоборот, подожди, я как-то... Экономист чертов. Ладно, короче, что они должна у них, короче, это сумма, в общем, вырасти, сумма должна. Я что-то там посчитал, помню, как-то что-то подумал, а сейчас вот что-то не думается ни хрена. Так, нам на вот эту вот лобуду продать на 400, ну прекрасно. Две кувалды еще, замечательно. Так, копье тоже пока ставлю. Так, вин, давай. Так, окей. Один оставим для задания. Ну, прекрасно. Вот 4, наверное. О, кстати говоря. Так, наверное, сразу сделаем. А сколько у нас это стоит одна? Подожди, где она? А игуана-то, что я ее продал, что ли, на палочке-то? А, вот она. Так, она стоит одна 8, да? Ну ладно, давай хотя бы 4, пес с ним. Пойдет. Не знаю, зачем мусор это? Зачем мусор этот нужен? Может, он нужен? Сколько он стоит? Он бесплатно. Ха-ха! Бесплатно берем. На всякий случай. Пес его знает. Главное, чтобы он не весил. Так. А что это за заведение? Это последний вздох. Салон и похоронное бюро. Полный комплекс услуг. Наш девиз — с бутылкой в могилу. Так. Уж больно несуразное сочетание. Да, Джош, Лукреция Боржа могла бы тобой гордиться. Это еще как понимать? В смысле, это получается очень необычное сочетание. Так, ничего такого можно... Так, ну давай вот это. В смысле, получается очень необычное сочетание. Вот так. Но я не смог бы свести концы с концами, если бы просто хоронил людей, скажем так. Мертвое дело. А то это было бы дело жизни и смерти, так что я перестроил свое заведение, чтобы в нем еще и подавали выпивку. Я почти боюсь тебя о чем не спрашивать, но все равно попробуем. Так, выпивку всем посетителям. Прикольно. Хотел поставить выпивку моим хорошим друзьям. Что нового в городе? Но немного, что меня бы касалось. По большей части у меня тихий бизнес. Тихо, как в могиле, можно сказать. Хотя в последнее время это немного значит. А что ты имеешь в виду? Последнее время закапываю обратно мертвецов на кладбище по соседству. Их постоянно кто-то выкапывает. Может, люди, а может и нет. Вот уж не знаю зачем. В смысле, на этих же нет ничего ценного. Кто-то разрывает могилы? Хорошо, просто было. Ты откуда знаешь, что ценного нет? Ну, сам-то я ничего не видел. Но вот каждую неделю или около того какая-нибудь могила вся истоптана следами и полуразрыта. Вот уж не знаю, кто это делает. Странно все это. Уж скорее тревожно. А теперь шахтеры говорят мне, что лучше уж проведут остаток дней здесь, внутри, чем их потом закопают только для того... чтобы выдернуть обратно, как брюкву. Слушай, я не возражаю, чтобы спасти тех, которые покрасивше, но не всех же. Честно, не знаю, что с этим делать. Какая идеалистическая картина. Теперь я буду просыпаться в холодном поту, думая о ней. Я так спрошу. Так, давай попробуем выпить. Нет, ничего проще. 5 монет, вот деньги. Спасибо от всей души. Что-нибудь еще? Так, выпивку всем посетителям. Очень щедро с своей стороны, чтобы каждому послать привет, все в сумме 50 монет. Я оказывается поэт и сам этого не знаю. Так, лабуру будут деньги. Ладно, побежи сейчас нас поить. Нет, нормально. Так, подожди, кто-то есть тут, смотри-ка. Офигеть. Или подожди, это Сулик. Ну все, Сулик-то не в счет, пипец. Мне кажется, просто тут никто не хочет бухать-то, блин, пипец. Тут сразу можно на этот самый, на тот свет отправиться, блин. Офигеть. Заведение, конечно, очень неудачное, просто кошмар. Так, давай посмотрим, что здесь. Так, это вот шахта как раз-таки, как там? Утренняя звезда. Ну, сейчас мы тут поворуем. Так, этот у нас за... Ой, ну-ка, хорошо.
Этот у нас за НКР. А, нет, не за НКР, за Нюрина этот, да? Привет, меня зовут опасный Дэн МакГрю. Я управляю шахтой «Утренняя звезда». Чем могу служить? Что вы тут добываете? Мы добываем золото, а золото нужно всем. Мы отправляем его и в город-убежище, и в Нюрина, и даже в НКР. А можно сказать, что у Рединга есть кое-что для каждого, и это позволяет нам сохранять независимость. Мила, когда тебя все так любят, возможно, можно еще так. По мне, кто-нибудь обязательно попытался бы починить Рединг себе. Откуда ты знаешь, что никто не пытался? Каждому хочется прибрать Рединг к рукам. Готов спорить, что скоро нас кто-нибудь захватит. Все, что мы можем сделать, это выбрать себе господина получше, если хотим выжить. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что скоро мы окажемся у кого-то под каблуком. Только дурак может не согласиться. И поэтому нам лучше выбрать самый комфортный каблук. Что вы и сделали, разумеется. Еще бы. Если мы не вступим в союз с одной из семей Нюрина, песенка Рединга спета. По крайней мере, того Рединга, в котором я хотел бы жить. Что ты имеешь в виду? Если Вер займет НКР, Рединг окажется под пятой и очень тяжелой. Они почти не оставляют человеку личной свободы. Рединг превратится просто в очередную кляксу на карте новой Калифорнийской республики. Тот Рединг, который я знаю, канет в прошлое. А как насчет города-убежища? Город-убежища? Да, эти расисты превратят Рединг в концлагерь. Они ведь какие? Кто не один из распрекрасных граждан, тот вообще плевка не стоит. И что мне потом, до самой смерти им кланяться и лизать им задницы? Боже, сохрани. А Нюрина разве чем-то отличается? У Нюрина хватит силы, чтобы защитить Рединг от двух других претендентов. А поскольку в Нюрина идет постоянная война гангстерских семей, он достаточно разобщен, чтобы оставить нам неплохой шанс на автономию. Им в Нюрина все равно, что мы тут у себя делаем, до тех пор, пока к ним течет Золотая река. Это тоже не самая приятная перспектива. А кто тебе сказал, что мир должен быть справедлив, а? Иногда приходится выбирать меньше из двух зол. Просто так уж получилось, что плохие парни для Рединга — лучшая партия. Хотя и не все видят вещи в таком свете. Так как ты думаешь, что случится? Точно не знаю, но обстановка накаляется. Тот город, у которого здесь, в Рединге, окажется самая сильная поддержка, загребет себе весь куш. А я просто расшибаюсь в лепешку, чтобы победил Нюрина. Насколько я вижу, для Рединга это единственный шанс. Блин, вот интересно. И первая мадмазель, мемзель, да, в прошлой серии говорила, что вроде как неплохо и НКР. И это тоже вроде дело говорит. НКР, по сути, это этот... Братство Стали там, да? Типа, технократ это эти. И, ну, зато хотя бы порядок будет. Я, честно сказать, думал убежище. А убежище это, походу, эти... Ханжи, вот реально, да, хорошо сказано. Скорее всего, тут реально будет просто как трудовая колония для них. Поэтому пес его знает. А как ты можешь помочь Нюрина держать верх? Лучшее, что я могу сделать, это добиться, чтобы моя шахта процветала. А мои шахтеры знали, кто оплачивает счета. К тому же, на меня работает то, что все свои сладкие утехи мои ребята получают из Нюрина. Какие сладкие утехи? Ухлон, все химические радости. Что ни назови, Нюрина все поставляет. Считай, только ради этого некоторые мои шахтеры и работают.
Если с этим что-нибудь случится, будет ой как нехорошо. А какие последние поставки винта? Прямо сейчас в городе страшно не хватает винта, чтобы все были счастливы. Только и надеюсь, что следующие караваны привезут побольше. И тут ходят всякие витамины, тут и по ящикам тырят этот винт у вас, а вам насрать, поэтому нормально. Интересно, спрошу. Ты ничего не слышал о вещи под названием генератор эдемских куч компактный? Генератор эдемских куч компактный? Никогда не слышал ничего о таком. А мои собственные эдемские кущи я давно нашел в объятиях Лу. Постой, Лу разве не мужское имя? Вот, кстати говоря. Не всегда. Мою Лу зовут Луиза, а Лу просто для краткости. Она содержит салон Маламьют здесь, в городе. Слушай, так куда ты клонишь, в конце концов? Ну, туда и клоню. Ничего такого, Дэн, ничего. Можно спрошу еще? Любвеобильное создание. Так, почему тебя называют опасный Дэн МакГрю? Потому что я самый здоровый, сильный и крутой подземный змеежор в этих краях. Опасный Дэн МакГрю. Правильно, это я. Понятно. Можно спросить тебя о другом? Так, это ты-то крутой? Боже ты мой, подожди. Ну давай, ну-ка. Ты вот у нас базар фильтрует, ответишь за базар? Да, отвечу, а то уж слишком широко у тебя хлебало открыто. Так, я бы с удовольствием, только это самоудовольствие мне патрон не окупит. Блин, ты сохранись хоть, болван. Хотя ответ, но я слишком занят, чтобы тратить на тебя время, ну давай. Я так и думал, желторотый. И покажу желторотого, это вызов. Так, еще когда-нибудь до свидания. Вы видите, невысоко отображаю. Можем поговорить еще с тобой? Да. Просто похоронить меня. Окей, сейчас. Мы сейчас сохранимся, естественно. Может быть, нам что-нибудь там этот самый перепадет? Так, что в городе? Ой, это потом поговорим. Так, честно, не знаю. Подожди, сейчас попробуем. Так. Понятно, можно спросить. Так, почему ты крутой? Значит, вот ай, пушку пилигрим. А, подожди, а мы что, драться будем, что ли? А я думал, сейчас я тебя ножом порну. У меня 2 хп. Пацаны! Честная драка! Пацаны, честная драка! О! Так. Там, походу, со всем городом я, что ли, драться теперь буду? Ой. Не, ну это, конечно, пипец. Короче, тут, видимо, совсем не только с ним, а со всеми дружками. Ну, это тогда бред. То есть, это, наверное, может по заданию как-то его завалить, или черт его знает. В любом случае, нам надо еще с ним поговорить. Так, это с этой стороны? Нет, с этой. Гаси. В общем, нам надо с ним еще поговорить в следующей серии. Вот, сейчас уже, наверное, не будем. Черт его знает, сколько займет. Вот, и все тогда, ребятушки, на этом. Давайте закругляться. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего. И всем пока.